Одесская епархия Белгород-Днестровской благочиния Украинской Православной Церкви оказала помощь для людей, которые сейчас вынуждены находятся на территории контрольно-пропускного пункта Паланка, которые сегодняшний день оставили свои дома и не имеют возможности никаких продуктов, воды, питания каких-то элементарных и находятся здесь на пропускном пункте, бежая от войны. Одесская епархия, руководствуясь принципом «добро объединяет», помогает людям, и наша церковь всегда с нашим народом, и мы остаемся здесь с нашим народом. Храни нас Господь!